Рекламно-информационная программа. Культпоход. 12.06, это программа «Культпоход». Как обычно, в пятницу мы начинаем. Николай Голиков. И Владимир Сметанин. Сегодня пятница, 20 число. Душа просит музыки. Музыка... Мы даже сегодня первый час с тобой с музыки начали, понимаешь? Вот да, до какой степени. Да? Вы знаете, у нас первый час серьезно начался с голоса Олега Дарьяновича Валенчука. Он песню пел у нас. Угу. Это серьезно. Это было очень серьезно, да. Не живьем, а в записи мы записи, начали, конечно. Да. Живьем? Живьем, у нас столько денег нет, его живьем. А сейчас живые выступления у нас будут в рамках «Культпохода». Как обычно, будем задавать вам вопросы, разыгрывать приглашения, книги, билеты и так далее. Давайте знакомиться с музыкантами, нашими гостями. Это Александр Бушмакин и Олег Шабалин. Добрый день. Чуть поподробнее расскажем о вас чуть позже, но сначала хотим сразу же услышать музыкальную композицию, поэтому, пожалуйста, спойте уже. Порадуйте нас. Ветра, срывая в клочья облака, не забыли шлют издалека с дома мама. И не последняя любовь. А по небу бегут, видишь чьи-то следы. Это может быть ты, это может быть я. Это может нас ждут, это может нам поют свои. Нашла коса на камень, идет война на память лет. Нашла коса на камень, идет война на память лет. Нашла коса на камень, идет война на память лет. Нашла коса на камень, идет война на память лет. Радость полными застольями и земными поклонами. Встанем, выпьем и за всех помолчим. Месяц полон, мир шатается, язык, ноги заплетаются. Вспомним, скажем брат брату нужные слова. А по небу бегут, видишь чьи-то следы. Это может быть ты, это может быть я. Это может нас ждут, это может нам поют свои. Нашла коса на камень, идет война на память лет. Нашла коса на камень, идет война на память лет. Нашла коса на камень, идет война на память лет. Нашла коса на камень, идет война на память лет. Гордость полными вагонами, золотыми погонами с юга дуют молодые ветра. Спасибо. Дуэт Александра Бушмакина, Олега Шабалина в нашей студии. Ну, я так понял по той бумаге, которая по нему лежит, что это у нас половина группы Dance People. Я правильно понял? Правильно. А Dance People — это Dance, запятая People. То есть люди танцы. Да, мы призываем людей. Или просто танцевали. Народ, давайте. Dance people. Да, кстати, Николай, тема нашего первого часа нас продолжает преследовать. Там заметили, нашла коса на камень, там, садоводы. Так, давай.
Ладно, давайте поподробнее знакомиться. Ну, Олег Шабалин уже был в нашей студии в программе «Открывашка» со своими коллегами, ребятами, музыкантами. Олега мы сегодня представляем как еще и основателя, и преподавателя школы музыки Practice Method. Все верно. А Александр, мы выяснили за несколько минут до начала нашей передачи, еще и художественный руководитель клуба ветеранов. Это очень, конечно, прозвучало забавно, да. Очень молодо выглядит Александр, да. Так бывает, да. Музыкальное образование, соответственно, да? Естественно, есть, конечно. Чтобы быть художественным руководителем такого. Нет, я занимался у частных педагогов очень много. Нет, ну это все равно образование. Ну, образование, ну такое, неформальное. Неформальное, да. То есть диплома не дали. Диплома не дали. Научили, а диплома не дали. Ну, если спросят, сыграй, тогда поверим, да, что умеешь, сыграть можно. Саша, училище, да, музыкальное? Да, я закончил колледж искусств, наш Казинецкий, получаю высшее образование. А по классу какому? Эстрадное пение. Эстрадное пение, да, то есть профессиональное, как певец. Эстрадный вокал или эстрадное пение? Ну, в принципе, разницы-то нет. Пение называется. А в чем разница? Ну, разницы, в принципе, никакой нет. Просто вот так Минор обран науки решили называть. Специальность, она точно вот так там по программам проходит. Это как профиль подготовки, так скажем. А специальность называется музыкальное искусство эстрады. Где вас можно видеть, где можно слышать, где можно танцевать? Да, как раз уж Dance концов, People. Да, когда звучит Dance People. Да где захотите. Все, как говорится, за ваши деньги. Ближайший. Ближайший концерт у нас будет в Don't Worry Papa Bar, это 28 июля. Ну, это скоро уже. Да, совсем скоро, поэтому мы готовимся. Вы там все вчетвером? Да. В электричестве? Да, все там, все по-настоящему, не полгруппы, не один, а все целиком. 4,5. 4,5, да, так скажем. Ой, как кто еще там наполовинку наползает? 28-го вы сказали, да? Да, 28-го. Между прочим. Старую басню про полутора землекопа, да? Да, у нас в группе 4,5 человека, то есть 4 человека на сцене и 1 человек закадровый. То есть мы используем подложки, синтов, эффектов и так далее. То есть мы заранее в студии у нас в школе прописываем это все. И у нас есть дополнительное как бы подложки, то есть это синтезаторы, фортепиано. Ну, сэмплы это называется. Сэмплы, да, лупы, сэмплы, вообще можно по-всякому обозвать. А как формируется репертуар? Кому что понравится? Вот сейчас группа 7Б прозвучала, да, Иван Демьян. Нет, его композиции. Я бы не сказал, что кому что нравится. Естественно, все участники группы предлагают какие-то свои композиции, которые... Но группа-то формировалась, наверное, на каком-то в основе какой-то общности, вкусов музыкальных или как-то? Нет. Или просто по объявлению? Группа там, абсолютно да? странно сформировалась, да? Потому что в года два назад у меня возникла необходимость, потребность такая творческая, что мне хочется выступать с живым бендом, потому что до того времени я всегда пел под минуса, как это было раньше. И стали бенды появляться в нашем городе, и я понимаю, что, ну, как бы, сори, о чем я хуже. И поэтому мой педагог из колледжа направил меня вот к некому Олегу Шабалину. И с тех пор... Даже педагог из колледжа? Да, педагог из колледжа. Так и сказал. Так узнал. Вот для чего она приходит? Так и сказала, есть некий Олег Шабалин, вот сходи к нему пообщайся. Нет, есть некая школа, где есть ребята, которые мутят музыку. Вот узнай. Причем мне не сказали ни контактов, ни адресов. Сказали, что есть Олег Шабалин. Ищи как хочешь. Ну, я нашел. Ну, видимо, мы уже переходим, да, к школе музыки Practice Method. Давайте, ну, не впервые уже будем говорить, было дело в открывашке, но все-таки напомним. Что собой школа представляет, кого принимаете, чему учите и так далее, Олег? Школа представляет собой, скажем так, некий коллектив концертирующих музыкантов, то есть большая часть педагогов — это постоянно концертирующие музыканты. То есть там есть музыканты из «Эль Танго», Макс Куклин, бас-гитару у нас преподает, вот, барабаны ведет мой ударник — Виталик, и так далее. То есть у нас как бы большая часть... Мой ударник — это вообще такая Мика Джаггера фраза. Знаешь, что однажды он полицию схлопотал за эту фразу? Ну... Ему сказал, вот тебе на, мой вокалист. Да, видимо. Вот. То есть, когда я начинал заниматься гитарой в 14, у меня были друзья, которые уже умели играть. Я тогда не умел ничего абсолютно, то есть у меня там была музыкалка за плечами и... Но не гитара, да? Не гитара. Список инструментов был абсолютно левый. Вот. И вот эти люди мне что-то подсказывали. Я искал, где научиться, что. Мне сказали, в колледж искусств берут там только там с музыкалкой, там какие-то... В общем, там надо куда-то подготовительные ходить и так далее. И, в общем, у меня не сложилось с колледжем искусств по этой причине. И... Ну, база-то была. Ну, база была, но она была не гитарная. Вот, поэтому тогда все было очень строго. И спустя некоторый промежуток времени, когда я начал заниматься у первого педагога, второго, третьего, четвертого, то есть я занимался по всей России. Зарубежье, ближнее, то есть скайп-уроки. Когда уже встал на ноги, начал что-то понимать,
начал заниматься и с людьми из ближнего зарубежья. И возникла такая... Тоже посредством интернет-связи. Посредством интернет-связи. Mm-hmm. Возникла такая идея о том, что музыканты, у которых есть концертный опыт, которые понимают, какие перед ними стоят задачи в городе, да, что такое задача играть в коллективе, какие здесь могут быть подводные камни, должны делиться опытом. Потому что, ну, действительно, музыкальная школа этому не учит. Я это могу точно сказать. И вообще, в принципе, с этим есть большая проблема. То есть у нас люди учатся, потом приходят в коллектив. Им говорят, и забудьте все. Саня может рассказать о том, как бы, с какими проблемами ему пришлось столкнуться, когда мы с ним только начинали работать. Это было сложно. Ну да. Так, да, Александр, да. У вас базовое образование, классическое, да? Что за проблемы? Классическое, как сказать? Ну, классическое в понимании, ну, в общем таком понимании. Ну, смотрите, да. Отучившись в колледже, я не скажу, что в нашем городе дают плохое образование. Музыкальное, среднее, специальное, по крайней мере. Но то, что требует время сейчас на, вот, на, так скажем, на этом рынке эстрадном, немножечко у нас как бы... У нас готовят педагогов, это 100%. Угу. То есть я, там, мои однокурсники, например, мы будем хорошими педагогами, это все без всяких проблем. Но а то, чтобы, что называется, иметь какую-то свою фишку вокальную, да, чем ты будешь отличаться от всех остальных, этого, к сожалению, у нас нет. Индивидуализма? Да, индивидуализма нет, да? Потому что подхода. В тот момент, когда мы учились вот на этом отделении эстрадной пении, его открыли не так давно, и вообще, в принципе, в России педагогов, которые имеют профильное образование по направлению эстрадно-джазовой пении или эстрадной пении, их мало, потому что вот только вот наше поколение, мы начинаем появляться, потому что все педагоги по эстрадно-джазовому вокалу, которые сейчас существуют, это педагоги-дирижеры-хоровики, mm-hmm. чаще всего. Не совсем, да, в общем, в десяточку такое попадание, да, так да. мягко говоря. Угу. Поэтому и были определенные, да, проблемы, трудности, и приходилось снимать манеру у исполнителей, которых мы слышим на радиостанциях, да, на популярных и так далее. Ну, тем более, если кавер-бенд, там всего манеру надо снимать человек, который... Ну, да, да, то есть как бы не пытаться быть кем-то, угу. свою какую-то индивидуальность все равно сохранять, какую-то фишку, но при этом брать что-то от всех. То есть ты взял от этого, от этого, от этого, и у тебя получилось свое. Как, в принципе, это делается всегда. И в итоге, скажем так, мы взяли для себя задачу именно готовить музыкантов, которые могли бы работать в кавер-группах. То есть готовить конкурентоспособных музыкантов, которые могли бы поступать не только в наш колледж. То есть у нас много народу поступает в наш колледж. Но у нас уезжает каждый год несколько человек в Москву поступает. Москва, Питер и так далее. Нижний не так интересен. То есть в основном все стараются в Москву, потому что все-таки большая часть работы там. Да. Основной рынок там, в Москве, Питере. Вот. Готовим мы гитаристов, барабанщиков, бас-гитаристов, клавишников, вокалистов. Надеюсь, никого не забыл. Еще вот у нас скоро появится направление, как мы его назовем? Так скажем, мастерство актера. Да, то есть мы пришли к выводу о том, что нам не хватает вот у нас в школе Саши, который бы учил ребят, как правильно общаться с залом. То есть учить фронтменов именно, да? Да, именно фронтменов. Да, потому что есть такой недостаток все-таки в коллективах. И это очень чувствуется. Но этому тоже ведь никто не учит, на самом деле. Да. Этому никто не учит, как вы. Вы сейчас как Гусман в КВНе. Ведь ребят никто этому не учит. Далее. Ладно, давайте небольшую паузу сделаем. Напоминаем, что у нас музыканты проекта Dance People, Александр Бушмакин и Олег Шабалин. Будет еще одна композиция через полминутки, а затем начнем розыгрыш. Да, да, конечно, так. Культ поход. Хорошо, уважаемые музыканты, хотим еще услышать композицию в вашем исполнении, затем начнем розыгрыш. 211-101, напоминаю, номер нашего телефона. Будьте готовы, слушатели. Да, будьте готовы. Прячь пули, стреляй смело, пускай стрелы в мое тело. Я не ангел, и ты тоже, я так делал, и ты сможешь молчать, гораздо больнее молчать. Лучше голос сорвать, кричать. В самое сердце, на пораженье, что же ты медлишь?
дай мишенью. Я все растратил, карты открыты, пей, что есть силы, и будем биты за мое сердце. Опять мыслей слепых стая, мне так мало тебя стало. Не прячь пули обид тайных, не прячь слезы в глазах чаль молчать. Гораздо больнее молчать, лучше голос сорвать, кричать в самое сердце на поражение. Что же ты медлишь с этой мишенью? Я все растратил, карты открыты, пей, что есть силы, и будем биты в самое сердце, в самое сердце, в самое сердце, в самое сердце, в самое сердце. Благодарим, спасибо. 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 Самое сердце, что да. называется. Если кто-то сейчас включил радиоприемник, настроил на нашу волну 101.0, я хочу подсказать, это сейчас не голос Сергея Лазарева звучал, это сейчас исполнил Александр Бушмакин. Александр Бушмакин, да, Олег Шабалин, гитара. Ну что, давайте мы сейчас... Давай, список призов. Дадим возможность музыкантам немножко передохнуть. Конечно, и список призов. Поехали. Начнем с книг от магазина «Читай город». Сразу говорю, что эти книги можно купить в магазинах по адресу Преображенская, 65, либо Ленина, 103А, в торговых центрах, которые находятся по этим адресам. Итак, книжки. Александр Панчин. «Защита от темных искусств. Путеводитель по миру паранормальных явлений». Без возрастных ограничений книжка. Да. Красивая, пожалуйста, книжка. Пожалуйста, 0+, видимо, да. Хорошо будет на полочке смотреться. Но перед этим нужно прочитать. Лонне, наверное, ударение, раз вот такое. Ну, давайте сделаем предположение, да. что Лонне. Большой роман о математике, история мира через призму математики. Книга об истории математики, ее ученых, открытиях, ее языке и красоте. 12+, математика, как ни странно, 12+. Ограничение у следующей книжки 18+. Алексей Варламов, «Душа моя», Павел. Новый роман «Взросление» о Павле на... Непомилуеве, да. Ну, в общем, видимо, известный человек. Видимо, да. Лауреат да. премии «Студенческий букер». 18+, кстати, у меня 18+. Кошмар какой. Следующая книжка. Иэн МакЮэн «В скорлупе. Блистательная история» в рамках сюжета шекспировского «Гамлета», 16+. Ну, книжка симпатичная такая, да? Ой, еще одна еще, книжка. Да, тоже. «Люби, цени, храни маленькие секреты большого счастья». Более 1 миллиона читателей. Это какой-то известный из Инстаграма, да. инстаграмщица известная. Мама Эля некая, да? Ну, мы не знаем, кто такая мама Эля, но если те, кто в Инстаграме знают, то книга очень красивая, по крайней мере, это точно. Да, 16+. Да. В общем, 5 книжек. Далее билеты пошли. Билеты есть у нас в любой, на любой, вернее, фильм и на любой сеанс в кинотеатр «Дружба». У нас есть билеты в галерею «Прогресса». Там две прекрасные выставки. Мы о них уже говорили. Это выставка «Оттепель» знаменитого советского фотографа Владимира Лагранжа и выставка «Гол», посвященная чемпионату мира по футболу. И та, и другая 0+. Любители музыкально-ресторанного отдыха. Ресторан «Гауди» вас приглашает через неделю, 27 числа в 8 часов вечера. Это будет концерт «Эль Танго». 2 билета за барную стойку, 12+. Вас ну, за посадят, барную стойку, да. То есть вы пройдете, а еда хорошо. За свой счет, все понятно. Сертификат на 4 занятия в школе «Проект Айсмет», это который... Это от наших гостей. Да, наших гостей на 4 занятия. И сертификат на 2 занятия в школе танцев «Айра», на которой мы говорили нашу предыдущую встречу. Да, где у нас походе. Был Тимоша 8-месячный. Да. Вот у нас есть сидел 8-летний. Да. Было прекрасный совершенно эфир, поэтому я думаю, что школа «Айра» — это очень здорово. Вот такие у нас сегодня призы. Ну что, ну что первый вопрос, гости. Задавайте, Александр. Да, первый вопрос, я думаю, раз мы говорим сегодня о музыке, говорим о нашей группе в том числе. Друзья, уважаемые радиослушатели, будет такой вопрос у меня. Я думаю, что он достаточно легкий. Вот наша группа, сколько должно быть человек минимум в бенде, и кто должны быть эти люди? То есть какие музыканты, на каких инструментах они должны играть? Минимум, да? Минимум, как... самый минимум. Мне кажется, спорный вопрос. Обычный бенд это что? Что считается? Ну, то есть это то, что может выступать живьем. Да, то есть, ну, например, вот мы сейчас... Современный эстрадный коллектив, так скажем. Так скажем, да, минимум самый. Минимум.
Не симфонический, не народный. И не фонограммный. Кавер-бэнд. Не фонограммный. Да, ну, вот кавер-бэнд. Да. Ну что ж. Какие вот там позиции есть должны присутствовать? Есть версия у нас у слушателей. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну как вы считаете, сколько же должно быть народу в группе? Я думаю, что 4. Как вас зовут еще, скажите, пожалуйста? Александр. Александр предполагает, что 4. Как другой Александр считает? Александр, хорошо, допустим, 4 человека. А кто должны быть эти люди? На чем должны играть? Там, не знаю, на бочке? Барабанщик, так. Гитарист. Так. Еще. Пока только White Stripes. Ну, барабанщик, гитарист. Ну, я думаю, что 2 гитариста. А кто из них? Кто? Да, кто-то подразделяется. Ну, бас и ритм. О, еще кого-нибудь давайте приплетем. Ну, наверное, клавишник. Ну вот, и того получается. И кто-то из них. И кто-то из них может. А может, все четверо. Нет, вот 4 человека, хорошо, но кто-то, кто еще? Ну вот наша группа, все, и будет. В общем, мы сейчас инструментальный, так сказать, да, перечислили. Подсказываем, да, как бы. Ну, а полноценный кавер-бэнд. Еще, кто-то еще не должны уметь не делать, да? Уж не подсказывайте Александру так-то. Солист. Солист. Вокалист. Да. Ну, вокалист. Нормально. Вокалист, да, как хотите называть нас. Да. Да, вполне. Вполне. Ну все, ответ устраивает. Да, вполне подойдет. Ну, я бы на 2 остановился, опять же, вспомнил тот же White Stripes. Нормально. Что выбираете, Александр, за правильный ответ? Билет в кино. Или на любой фильм, или любой сеанс кинотеатра «Дружба». Редактор объяснит вам, как эти билеты получить. По поводу состава и участников, есть такой, забыл, как его зовут, чувак популярный очень в интернете, который играет на сенсорной миди-клавиатуре из-за все инструменты, он сам все делает. Сидит такой. Да, есть такие. Сидит один, все, все партии исполняет. Сейчас, теоретически, да, человек оркестра, это уже реальность. Лупер под ногами, и все, он доволен, такие вещи творит. Ну, если вспомнить, опять же, там, 60-70-е год, люди просто барабанщики прицепляли к ногам, там, бас-гитару, губную гармошку сюда, и нормально, еще и петь успевали. Так, следующий вопрос от Олега или... Нет, у нас давай Саша, пойдем всем вопросом. Или Николай. Ну, давай тогда я что-то для Николая. Да, у меня тоже вопрос музыкальный. Дело в том, что я посмотрел в календарь сегодня день рождения у одного хорошего парня, который играет на гитаре очень давно. Его зовут Карлос Сантана. Ему сегодня исполнилось 71 год. О, ну, боже. Как мимо того пройти невозможно. Вечно живой, извини. Его хоронили раз 10, да, там вроде забытый, все уже к черту. Он всякий раз возрождался. Причем страна такая, где... Ну, да, много соблазнов. Много соблазнов, да. Поэтому я сейчас вот только единственный вопрос. У меня есть много вопросов про Карлоса Сантану. Володь, с какого? Попроще начать или посложнее там? Ну, давайте. Ну, реклама впереди. Давайте попроще. Попроще. Хорошо, тогда фрагмент музыкальный, я потом задам вопрос. Я как знал, что у нас сегодня будет кавер-группа. Это дело в том, что это тоже кавер, да, Сантана исполнил вещи там одного из знаменитых сальса-музыкантов. Звали его, насколько я помню, Тито Пуэнте. Вот. Это был один из первых его хитов, который там даже где-то, по-моему, номер 3 занял в американском этом, да, ритме. А вопрос-то будет не про эту песенку, вопрос будет такой. Дело в том, что Сантана вообще родился в очень многодетной семье, понимаете, в Мексике там это нормально принято. И вот вопрос такой, сколько у него было братьев и сестер? Очень простой вопрос. И 3 варианта ответа. 6, 8 или 12. Было или остается, или кто-то там уже, к сожалению, ушел в жизнь. Я не знаю судьбу многих его братьев и сестер, но когда он родился, у него было 6, 8, либо 12 братьев и сестер. А он каким по счету? Тоже не скажу. 6, 8 и 12. 6, 8, либо 12. Циферку угадайте и прислать. Поделиться нужно, да, с конкретной цифрой. 211 и 101. Звоните быстрее, мы скоро на рекламу соберемся. А призов у нас еще достаточно. Мы только разыграли. А у нас звонок уже, кстати, есть. Билет в кинотеатр «Дружба». Угадайку, все готовы сыграть. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Олег. Олег. Ну что, сколько было братьев и сестер у Карлоса? Августа, Августа. Первый ответ мы обычно неправильно не засчитываем. Остается 2 варианта. 6 либо 12. 8? 8 был, да. 8. 6 либо 12 остается. Многодетная. Ну, давайте 12. Так, к сожалению, вы сегодня без приза. Ну что, зря? Да, вот зря ты подсказал. Зря подмычал. А слушай, а это не многодетная, что ли, 6-то? Ну. Ой, фу. Ну ладно, если можно. В общем, следующий позвонивший, извините, получит приз. Давайте покончим с этим вопросом до рекламы. Давайте покончим с этим вопросом, да. Дозвоните 211-101, вы сейчас автоматом у нас получите что-нибудь на ваш выбор. Это мне всегда нравится, когда знаешь, что...
Общем... Самое смешное было, когда я предложил три варианта ответа, а человек позвонил и предложил свой четвертый. Человек на своей волне просто, в своем мире где-то витал. Вы знаете, самое удивительное, он не угадал. Так, ну если следующий позвонишь, Володь, прими, пожалуйста, звонок. Как вас зовут? Вы в прямом эфире. Здравствуйте, Светлана. Светлана, ну, собственно, все карты вам в руки. Сколько было братьев и сестер? Шесть. Главное было назвать цифру. Бинго! Выбирайте приз. Ура! Законное право на него имеете. Ну, давайте «Эльтанго». «Эльтанго», хорошо. Отлично, прекрасно. «Гауди» через неделю, 27 числа, 8 часов вечера, концерт «Эльтанго». Два билета за барную стойку вы получаете. 12+, напоминаю, возрастное ограничение. Ну что, реклама, поехали, и скоро продолжим, и песни у нас тоже еще будут. Культ поход. Давайте я следующий вопрос задам. Задавай. Да, моя очередь. Ну, это будет опять задание у меня спеть, исполнить что-нибудь нашим слушателям. Про дело, что? Что делать? Все дело в том, что сегодня 20 числа не только 71-летие Карлоса Сантаны, и сегодня такой интересный праздник, как Международный день торта. Ух ты! А что, есть песенки про торт? Вот именно торта, несмотря на то, что кому-то удобнее говорить «торта». Понимаешь, если нам позвонят и скажут «торта», мы что же ругаться не будем? Ну да, конечно. Нет, я к чему? А с чем у нас ассоциируется обычно торт, это угощение? С праздником, с каким-то, да? А, то есть просто песенку про праздник? Да, песенку про праздник. Или стишок. Да, или стишок про праздник. Сегодня мамин праздник, сегодня женский день. В том числе принимается, пожалуйста. 211-101, дозвонитесь, пожалуйста, и... песню про какой-нибудь праздник, про день рождения, про Новый год, не знаю, профессиональная какая-то дата. Пожалуйста, исполните либо стихотворение, и мы вам предоставим возможность выбрать приз из того списка, который у нас имеется. Алло, что, добрый день. Петь хором, да. Здравствуйте, это Светлана. О, Светлана. Светлана, вы уже который раз подряд именно на вот такое творческое задание отвлекаете человека. Ну, я люблю, да. Ну, какому празднику вы посвятите свое? Что петь будем? Ну, торт, торту. Давайте. Торту. Хорошо. Торту в я студию. Пою. Поехали. Давайте. Я привык улыбаться людям, как знакомым своим. Есть там слово торт. Да. Счастье – это как торт на блюде. Одному не справиться с ним. Отлично. Отлично. Спасибо. Трофим. Вам. Трофим, если что, у нас тут звучит. Да. Выбирайте, определяйтесь с подарком. Хорошо. Так, книга. Вот это последнюю называли. Вроде «Любиться бы не храни». «Маленькие секреты большого, большого счастья». Это книга ваша. Мы желаем вам большого спасибо. Счастья. По секрету. По секрету. Ага. Все, не клоните трубочку, вам расскажут, как взять книжку. 16 плюс возрастное ограничение. Ну что, мы хотим еще одну композицию. Да, давайте. Затем еще пообщаемся. Я ем на обед золотые слитки, бриллиантовый десерт, нефтяные сливки. Мне имя Вильзевул, хозяин стратосферы, я нереальный кул. Мой респект без меры. В левой руке Сникерс, в правой руке Марс. Мой пиар-менеджер Карл Маркс. В левой руке Сникерс, в правой руке Марс. Мой пиар-менеджер Карл Маркс. Капитал, 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 капитал. Я ем города, морями забиваю, моя борода небо заслоняет, гром и молнии, туманы и дожди. Мои ботинки лижут министры и вожди. В левой руке Сникерс, в правой руке Марс. Мой пиар-менеджер Карл Маркс. В левой руке Сникерс, в правой руке Марс. Мой пиар-менеджер Карл Маркс. Капитал, капитал, капитал. Да. Капитал. Спасибо. Еще раз напоминаем, что у нас в гостях Александр Бушмакин, Олег Шибалин, музыканты, проект в том числе Dance People. Сейчас набор какой-то идет, Олег, в студию Practice Method. У нас нет, или он у нас нет набора, постоянно? У нас постоянно. Постоянно, да? Да. Как возникает необходимость, можно набрать номерок или посмотреть в соцсети, прийти и сказать «хочу». Немаловажный вопрос. С нуля принимаете людей?
С нуля... Есть такая возможность или обязательно какую-то подготовку? Нет, почему? Много кто приходит с нуля. И на по возрасту инструмент. Еще вопрос сразу такой. А? Зрелых людей возрастное берете? Ограничение или... какое-то есть? Возрастного ограничения нет. Самому младшему ученику, который когда-либо у нас учился, было 4 года. Угу. Самому старшему 54, по-моему. У меня просто вопрос корыстный. Собираюсь сырую гитару покупать. Приходите. Все, понял. Воспользуюсь служебным положением. Да. А сыну сколько лет? 12. Вообще очень легко. Самая тема. Самая тема. Да. Нет, он очень глубоко сейчас нырнул и в русский рок, и в зарубежный рок. Все. То есть, как вот, бы... приходите. Пианино его уже не устраивает, поэтому гитару нужно. Я также когда-то к гитаре пришел. Пианино уже не устраивает, да. Там струн больше, чем там струн больше. Нет, там драйва такого нет, конечно, я согласен. Что получают, так сказать, приходя к вам, люди, желающие заниматься? Это и уроки, да, это и возможность выступить. Это и возможность выступить совместно. Да, или вон как у Александра, возможность просто найти себе команду, да? Ну, да. В принципе, там можно это... А вы сразу же там присматриваете, кто, куда бы мог, какой коллектив? Нет, тут вопрос в чем? Значит, допустим, если брать в расчет гитару, то есть три основных, скажем так, ступеньки, да? То есть первая ступенька – это базовый курс, в рамках которой человек научится... открыть в интернете песню и сходу ее сыграть. То есть понимать, что ты играешь в правой руке, что ты играешь в левой руке, и качественно исполнить так, чтобы под человека можно было петь. То есть ритмично, аккуратно. То есть, чтобы душой компании стать, вполне хватит первого этапа. Да. То есть, это не просто три аккорда, я тебе сыграю гордо. Да, это не просто. Он придет, и не дай бог возьмет, от него самого и погибнет, как пела группа «Дети». Вот. Второй этап – это гитарист кавер-группы, то есть это уже электрогитара. Это изучение композиции, разбор, скажем так, основные, скажем так, технические приемы электрогитариста и чек-лист. Чек-лист – это список умений, которые ты должен вот, уметь, чтобы попасть в коллектив, чтобы ты был востребованным гитаристом в группе. И третий этап – это уже сложная импровизационная музыка, импровизации, составление студийных соло, составление концертных соло, аккомпанемент в более сложных стилях и так далее. Сколько времени может пройти, начиная с первого этапа приступления к обучению и заканчивая вот, наивысшим? Ну, условно, то есть вот девочка сейчас поступает вот как раз в Москву. Она пришла к нам еще до колледжа искусств. Вот, гитаристка Саша Афанасьева. То есть она год проучилась у нас, потом поступила в колледж параллели, училась у нас. И сейчас она поступает в Москву. 5 лет получилось. Ну, получилось 5 лет. То есть освоить гитару для себя можно в период от 3 месяца до года, в зависимости от того, сколько человек готов уделять времени дома. Ну да, конечно, от интенсивности занятий никуда не зависит. У кого-то есть способности к гитаре, у кого-то нет. Нет, вообще никогда не ставил вопрос о способностях. По крайней мере... Просто у человека, может, слуха нет. Неважно. Неважно. В рамках базового курса абсолютно неважно. То есть... А как, если слуха нет, вы учите человека? Так, тебе нужно правой рукой работать с такой-то частотой? Почему? Нет. Речь же не идет вообще об отсутствии слуха, да? То есть вообще, чтобы человек ничего не слышал. Ну там не только слух, там чувство ритма. Чувство ритма. Чувство ритма развивается, координация рук развивается, есть специальные методики, поэтому в вокале есть определенные нюансы, но до уровня вот могу петь в компании, дотянуть могут все. То есть интонирование, все это развивается. Ну, кто поет громко, тот поет правильно, как бы, да? Ну да, кто громче, тот и прав. Кто громче, тот солист. 3 минуты остается. Александр, давайте вопрос еще нашим слушателям. Вопрос, да, хочется задать такой. Совсем недавно на крайнем концерте у нас был такой случай, когда нам пришлось спеть песню сходу просто. Была такая потребность у одного гостя. По заказу, что ли? Конечно. Ну, типа, да. Очень уж девушка просила, но и я, развернувшись к музыкантам лицом, говорю, ребят, ну, такая-то песня, которую они абсолютно не знают. Открыли аккорды. Ну, ребята... В интернете, в смысле, да, посмотрели. Посмотрели аккорды, ну и давай... И мы спели. Припевчик спели этой песни. Песня называется «Фантазер», которая очень сейчас безумно набирает оборот. Ну, она таким мемом каким-то стала, она таким интернетом. Да, и у меня вопрос такой. Скажите, пожалуйста, уважаемые радиослушатели, кто же первый человек, который исполнил эту песню? И те люди, которые ее перепели, кто они, эти замечательные музыканты? Давайте кусочек-то припев, давайте напомним. Ну, давай. Давайте, да. 3, 4.
все я выдумал сам, потому что был след, непроглядный туман, непроглядный туман и не выпавший снег, песню нежных сердец под аккорды дождя и счастливый конец, и счастливый конец, и, конечно, тебя. Я к тебе приходил и в морозы, и в зной, я тебе говорил, я тебе говорил о любви неземной, что ты очень нежна и на все я готов, но тебе не нужна, но тебе не нужна неземная любовь, фантазер. Помню, он еще было... По-моему, начало 80-х. Начало 80-х, да, это еще в годы моей активной музыкальной деятельности. В том варианте мне петь даже самому приходилось. Когда слова я уже забыл, вспомнил где-то со второго куплета. К нам даже присоединился вспомнил, слушатель, либо слушательница. Алло, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте, как вас зовут? Меня зовут Светлана. Светлана, помните вопрос? Кто первый исполнитель? Я вопрос помню и... По-моему, пел эту песню Ярослав Евдокимов. Так, абсолютно хорошо. Верно. Половина вопроса правильная? Половина правильная, да. Приз уже ваш. Вторую половину, к сожалению, я не знаю, кто ее перепел. Кто воскресил, да? Кто воскресил эту довольно-таки старую песню, да. Я, к сожалению, тоже что-то не запомнил. Ну, так бывает. Но она совсем-совсем недавно буквально ворвалась. Ну, я думаю, что вопрос мы, ответ мы сегодня зачтем. Зачтем. Да, конечно. Вспомнить Ярослава Евдокимова в 2018 году. Это дорогого стоит. А кто кавер-то сделал? А кавер сделал Басков, Николай, группа «Дискотека Авария». Точно, да. Прекрасно. У нас, да, к сожалению... Так, погоди, приз-то давай. Приз, да. Приз. Какой определяйте приз? С призом? Хотела галерею «Прогресса» оттепель. Без проблем. А вы обе увидите выставки на одному билету. Да, по одному билету можно попасть туда. Спасибо большое нашим гостям. Музыканты Александр Бушмакин и Олег Шабалин. Вот те названия, которые у нас прозвучали, и «Practice Method», и Dance People. Это все без труда можно найти в соцсетях. Да, на вас можно выйти и так далее. Если то есть, если кто-то хочет послушать вас в полном составе, ну или позаниматься в школу. Да. Конечно. Ну, а, соответственно, мы сегодня разыгрывали сертификат на два занятия. На четыре, простите, занятия. Да, в школе Practice Method. Эти призы у нас останутся на следующую пятницу, так что будем еще разыгрывать. Спасибо вам. На этом завершается культпоход. Я не прощаюсь. Программа «Союз нерушимый» через 20 минут. А я вернусь в понедельник. Культпоход.